Апа, қойыңыз деймін, апа. Апа, апа, қой деймін, апа. Ұят болады, апа, өтініш не істемеңіз. Апа, қойыңызшы, апа, өтініш. Өтініш деймін, апа. Жүрме, жүрме. Жүрме, жүрме. Жүрме, аяғы, аяғы. Аяғы, аяғы, аяғы. Ой, умирает он, блин, деватор кусан. Ой, голову надо поднять, наверное. Э, мам, ну, беспредел, бля, братан. А я кто, гамбутный, вообще. Э, блин, она... Хазерде, хайси шықпас. Залетел сюда на машине, чуть детей не сбил здесь, на Ауди. Еще сопротивляется. Приехали на гражданском автомобиле. Пытается надеть наручники на него, но он возражает. В алкогольном сильном опьянении. А в Актау также задержана крупная партия наркотиков растительного происхождения. В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Рефлекс-2021» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции остановили автомашину в Актау. В салоне находились водители и двое пассажиров. Все они были задержаны. При проведении обыска у них и в салоне автомобиля полицейские обнаружили марихуану весом свыше 2 кг и наркотическое средство гашиш весом более 0,5 кг. Полицейские продолжили обыск в квартире задержанных. Там стражи порядка нашли еще больше запрещенных веществ. Более 8 килограммов марихуаны и около 1 грамма опия. Усталған екі тұлғыға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші бөлігі 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс тіркеліп, қазіргі таңда ұсталған екі тұлға Маңғыстау облысы бойынша уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Үшінші тұлғаға қатысты 296-ші бабы 2-ші бөлігімен қылмыстық іс тіркеліп, аталған тұлғаға ешқайда кетпеу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазіргі таңда бірқатар тергеу амалдары жүргізілуде. Одним из извозчиков жилкомплекса «Атамикен», расположен в 17 микрорайоне, участок 42, города Актау. Я вложила в данное строительство 30 декабря 2014 года через жилстройный банк, взяла кредит вместе с мужем. На сегодняшний день, как вы видите, это данное строительство, оно не завершено. И мне хотелось бы знать, когда завершится данное строительство? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз Ақтау қаласынанбыз. Сізден көмек сұрап тұрған жағдайымыз бар. Мына артымызда көрініп тұрған үй құрылысы, осымен жеке үй құрылысы 2014 жылдан бастап салынған, басталып салынған үй. Осыдан мінекей 7 жыл өтіп отыр. Әлі де бітпеген жерлері бар. Осыны енді ақшамыз жоқ деп салушы застройщик салмай тастап отыр.
Вчера вот чистили вот этот участок. Вот она отстыла сюда. Вот сломали дерево. Въехали в дерево. Поехали вот. Вот машина. Сколько это будет продолжаться? Сколько это будет продолжаться? Вот дорожка, да? Съехали вот сюда. Это вот, вот эти на толстых колесах, вот этот мотоциклетный. Вот что за необходимость? Не по дорожке ехать, а вот здесь. Да? Вот здесь надо было проехать. Вот колесо. По лунке проехал раз. По лунке проехал два. Что за необходимость? И выехать надо было здесь. Я не понимаю, вообще когда-нибудь это прекратится. Вот дорожка, да? Вот там можно проехать нормально. Нет, мы съезжаем вот сюда. Мы вот почистили, теперь все видно, да? Мы съехали сюда и поехали вот здесь. Ну что это за б***ь? Я не знаю. Ну что за необходимость такая? Надо было здесь проехать. Ну дорожки есть уже, ну вообще... Тут, слава богу, ничего не проехали. Ну, что за... Я не знаю, у меня прям слов нет. Надо что-то с этим делать. Сколько это вот это еще? Они сейчас за зиму нам все тут попереломают, попереездят вообще. Кто-то вообще принимает меры какие-то? Вот это что? Дорожки есть. Слов нет. Кендерлердің жағасы теңіздің. Теңіз жоқ. Бұл енді суға түспейсіңдер. Балшық деп ау. Катердің тұрсын қарай. Пуын жаға жоқ қарай, ана базыларда да. Мостарды қара анасы.
Білмеймін ол самал сені. Осы суға ма? Мына катер құрғақта қойып кетті. Катер. Сен баяғыда келген кезде су бар еді ғой дейсің ғой да.